Когда мне не нравится отражение, у меня совсем нет настроения и желания что-либо делать. Я думаю, с этой проблемой хоть раз в жизни сталкивалась каждая из вас. Особенно это актуально после 3 долгих зимних месяцев. Отопление в помещении и холод на улице играет злую шутку с нашими волосами и кожей. Кончики секутся, прическа не стоит, кожа не лучится здоровьем. Поэтому я сегодня пришла в салон красоты Blossom, чтобы поднять себе настроение и, так сказать, почистить перышки. Начинаем с парикмахера. Прическа – визитная карточка женщины, индикатор здоровья. Если волосы выглядят тусклыми и безжизненными, сложно добиться идеального внешнего вида. Хотя бы раз в год женщина обязательно должна проходить ту или иную процедуру ухода в салоне, потому что фен или плойка повреждают структуру волоса ежедневно. Плюс окрашивание, завивки, стресс, а также внешние факторы – солнце, холод, отопление, морская или хлорированная вода – все это настоящее испытание для волос. Внутри каждый волос состоит из белкового вещества кератина, основы, она называется кортекс, и кутикулы, которая защищает сердцевину от внешнего воздействия. Здоровый волос хорошо увлажнен, кутикула плотно облегает кортекс и лучше его защищает. Но видимая часть волоса – это мертвые клетки, поэтому питание идет только от корней. Когда питания корням не хватает, портится и внешний вид волос, начинается выпадение и другие проблемы. Именно поэтому в салоне мне предложили сделать необычную, казалось бы, процедуру – пилинг кожи головы. Наша кожа головы – это продолжение нашего лица. Для чего делается пилинг? Для того, чтобы убрать омертвевшие клетки кожи головы. Да? А от этого будет меньше ломкость, меньше выпадения, волосы будут иметь здоровый вид, больше плотность и сияние. Поэтому сейчас мы с вами сделаем процедуру пилинга головы. После этого мы сделаем систему трехступенчатую неоксин, которая подбирается индивидуально под каждого клиента в зависимости от типа и структуры волос. Перед пилингом специалист должен посмотреть состояние волос и кожи головы. Для этого используется трихологическое оборудование. То есть мы смотрим, где есть спящие луковицы, сколько находится клеток, которые нам не нужны, которые мы будем удалять, да, с кожи головы, для того, чтобы корни волос начали дышать, чтобы им хватало кислорода. Рыхлость, вот этот весь жир, который не нужен, который мешает проникновению кислорода в кожу головы и, соответственно, мешает росту волос. Волосы на височной зоне очень истончены. Вот луковица, которая вот будет расти. Вон, видите, волосик вот этот вот. Сейчас мы наносим с вами пилинг на кожу. После этого 10 минут выдерживаем. И потом... Какие-то неприятные ощущения будут? Единственное, что может быть, это покалывание. Еще у нас есть также экспресс-процедура нанесения маски неоксин, это которая выполняется прям за 15 минут. Она идет не только для кожи головы, но и для посидления волос работает. Очень хорошая процедура тоже. Вот эта система действительно очень хорошая, неоксин. Она бренд номер один сейчас в мире по уходу за волосами. То есть отрядение, выпадение. Американский бренд. Инновационная система подсказала им уход за кожей лица. Пилинг – процедура, с которой начинается уход за волосами. Убирая ороговевшие клетки с кожи головы, мы обеспечиваем доступ кислорода к сосудам, которые питают волосяные луковицы. Пробуждаем спящие корни. В итоге волосы растут лучше. Ну, это действительно хорошее начало для того, чтобы ухаживать за своими волосами, начать, чтобы предотвратить выпадение, чтобы волосы выглядели хорошо. Ну, а вот после зимы, как раз когда мы сейчас снимаем головные уборы, очень, кстати, процедура своевременная в вашем случае. Ну, главный убор, они вообще же сольнят, да? Да. Они электризуют волосы. Почему приходят и говорят, у меня очень электризуются волосы? Ну, это опять-таки потому, что головные уборы вы снимаете и тут же, да, становитесь похожи на воздушный шарик. Пилинг кожи головы делается раз в 30-45 дней. Маска выдерживается всего 10 минут. Мгновенное преображение из обычной женщины в сказочную красавицу бывает только в сказках. В жизни все сложнее, нужны мастера своего дела. Руки – еще одна визитная карточка женщины. В салоне Blossom делают безводный необрезной маникюр по системе Кристины Фицджеральд. Это инновационный метод ухода за руками, одобренный многими голливудскими звездами. Используются только одноразовые приборы, а также уникальная система цветов, разработанная лично австралийским мастером маникюра. Мой пилинг завершен. Ну, сейчас мы будем смывать пилинг и наносить систему. Трехступенчатый неоксин. Противопоказание пилингу псориаз. Это пока единственное противопоказание. В момент того, как я смываю пилинг с кожи головы, я делаю вам стимулирующий массаж. Для того, чтобы улучшить кровообращение.
После пилинга трехступенчатая система ухода за кожей головы. Первый этап – очищающий шампунь, который убирает омертвевшие клетки кожи. Этот шампунь усиливает действие пилинга. Второй шаг в этой системе – увлажнение кожи головы. Я наношу вам кондиционер, который сейчас будет немножко холодить. Чувствуете? Угу. После пилинга это особенно заметно. Далее мы наносим маску питания. Это заключающий этап нашей трехступенчатой системы Неоксим. Сушила волосы я вам без стайлинга, для того, чтобы вы обратили внимание, какие волосы живые, и при этом есть и объем, и текстура, и плотность волос. Вы можете потрогать и понять эти ощущения. Волосы блестят, цвет не ушел, не потерялся. При этом волосы живые, и объем, и плотность есть, вы видите? После процедуры вновь проводится трихологическое обследование для того, чтобы оценить результаты. Видите, как стало видно корни? Видите, вот корни волос стало как видно. То есть мы убрали все лишнее. Вот то, что и на поверхности, то, что ниже, внутри. Для домашнего поддержания этой системы я вам рекомендую систему номер 5, которая Неоксим, которая подходит именно для вашего типа волос. Также дома вы будете пользоваться шампунем, кондиционером и маской. А почему номер 5? Это они разные, да? А их 6. 6 систем, но именно для вашего типа волос подходит именно 5-я система. Пользуйтесь, и через месяц вы увидите результаты. Спасибо. Пожалуйста. Внимание! Blossom дарит своим клиентам 10% скидку на любую процедуру. Для этого необходимо назвать кодовое слово «бутон» при записи к специалисту. Второй этап преображения после зимы – кислородная терапия для кожи лица. Косметика разработана французскими учеными и подходит абсолютно для всех типов кожи. Начиная от молоденькой девочки, заканчивая, простите, пенсионеркой, я могу эту программу рекомендовать любому. Кислорода не хватает нам, кислорода не хватает нашей коже. Эта программа просто необходима, жизненно необходима для нашей кожи, для ее сияния, для ее свежести. Потому что если кожу не питать кислородом, она очень быстро стареет. То есть можно в 25 лет выглядеть на 35. Эту процедуру можно делать как программу на выход. Эту процедуру можно делать как стартовую процедуру перед лифтингом. То есть перед программой подтяжки кожи. Эффект от нашей процедуры – сияющая кожа, которая будет насыщена кислородом, глубоко увлажнена на клеточном уровне. Соответствие, профилактика старения. Процедура получается у нас релакс. Кислородная терапия – стартовая процедура, которая позволяет подготовить кожу к любой другой программе. Несколько уникальных сывороток дают ощущение свежести и чистоты. Кроме того, терапия позволяет бороться с воспалениями на коже и отсутствием здорового румянца. Этапы. Первый – это поверхностное очищение. Второе – глубокое очищение. Затем введение сывороток активных, маска, массаж. И завершающее. Завершающее – это введение, опять же таки, сыворотки активной и крем защитный. Секрет в том, что биокомплекс насыщает кожу ионами фитиновой кислоты, микроэлементами и аминокислотами, а также важнейшими витаминами группы В. За своей кожей необходимо ухаживать с 25 лет. Именно в этом возрасте мы начинаем постепенно стареть. Это не значит, что пора делать уколы или другие серьезные процедуры, но какой-то уход необходим. Его подберет грамотный специалист. Кому-то необходимо глубокое увлажнение, кому-то очищение и так далее. Главное – не запускать свое лицо. У нас для каждого клиента есть программа, начиная с глубокого увлажнения, программ для проблемной кожи. Невероятные лифтинги у нас есть. У нас есть программа Femininity, которая при гормональных изменениях кожи, ее можно беременным, она показана беременным девушкам, ее можно в период лактации, в период менопаузы.
Есть процедуры, которые можно начинать с 13 лет. Это микротоковая терапия. Также есть релакс-процедуры по телу. Можно совмещать процедуры по телу с процедурами по лицу, обертывание. Нужно выгонять токсины. Это не прихоть, это необходимость. Я сделала всего две процедуры, а чувствую себя уже гораздо лучше. На самом деле, вернуть уверенность в себе женщине просто. Для этого нужно найти хороший салон. Я сегодня занималась волосами и лицом, а в салоне красоты Blossom есть еще огромный выбор спа-процедур для тела. Побалуйте себя. Еще раз напоминаю, что если вы назовете кодовое слово при записи на прием «Бутон», вы получите 10% скидку на любую услугу. Салон красоты Blossom. Парикмахерские услуги любой сложности. Сервис по уходу за истонченными и редеющими волосами. Косметические процедуры, аппаратная и инъекционная косметология. Мужская и женская биоэпиляция. Необрезной маникюр, спа-процедуры. Blossom. Все начинается с любви. Любви к себе.